Мария Казанцева нарисовала дрессировщика. Молодец, Маша, где ты? Где ты? Вот она. Никита Быков. Слон. Молодец, Никита. Отличные рисунки. Молодцы, ребят. Не забудьте нарисовать рисуночки из сегодняшнего спектакля. А сегодня у нас спектакль под названием «Картина для мухи». Но для того, чтобы он начался, его нужно танцем позвать. Вы танцевать-то умеете? Ух ты! Выходите поближе! Давайте на ножки! Потанцуем! Давайте поближе. Thank you.
они такие маленькие-маленькие. Да ведь на маленьких вообще можно внимания не обращать. А тут целая посылка. Ничего себе. Впрочем, нашей мухи дома не было. А были ее соседи. Конь, пес и свинка. Как они удивились. Почтальон принес посылку и оставил у дверей. Смотрит конь и пес со свинкой. Что написано на ней? Шла посылка издалека. Много штампов есть печать. И наклейку видно сбоку. Мухи в руки передать. Мухи в руки? Может, в лапки? Это, братцы, просто смех. Кто для мухи шлет подарки? Наша муха меньше всех. Да что же это такое? Да где же муха? Вы не видели, ребята? Давайте ее все позовем. Давайте погромче. Муха! 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 Смотрите. Где? Слышите, шуршит. Да где же она? А вот над головами летит. Видите? Она такая маленькая, такая шустрая, что не сразу разглядишь. Ну-ка, ребята, смотрите получше. Где? Ух ты, как быстро летит! Видите, ребята? А вот смотрите, она меня отпустила. Какая маленькая! Чего же она не улетает-то? Ой, снова улетела. Ой, как быстро летит! Муха, муха! Подставляйте вверх ладошки, может, она и к вам сядет на ладошки? Смотрите, вот ко мне села. Смотрите, на ладошку села. Thank you.
Посмотрите, тут ботинок. Мухи? Что? Не может быть! Дошли до нас странные, странные слухи. Что где-то бывают ботинки для мухи. Они продаются в любом магазине. Подошва на тонкой и крепкой резине. Бывает, бывает, конечно, бывает. И мухи в ботиночках ногу шагают. Бывает, бывает, что в мире бывает. Кто знает, кто знает, кто знает. Жёлудь, трюфель, палатка.
ужасно. Муха, мне его давай. Ботинок для свинок. Да. Ничего себе. Смотрите-ка. А вот песик нам бежит. Ух ты какой. Как вы думаете, какой-то он собирается поддерживать нашего песика? Чтобы прекратите, ваши браки, ерунду и дребедень. Ведь ботинок для собаки, это ясно, словно день. Для игры собачьей создан, чтоб его как мяч гонять. Вверх кидать, ловить и просто на дворе его трепать. Мне отдай его, послушай, мухи игры ни к чему. Зачем тебе он нужен? Непонятно никому. Ура! Нет, пусть будет драка. Покусаю всех вас я. Я копытом. Я, однако, укушу, хоть и свинья. И началась драка! Свой ботинок не подарит никому. Эх, мы конь да пёс да свинка, разучились мы дружить. Тихо, там внутри ботинка муха, слышите, жужжит. Ну-ка, ваши ушки подставляйте. Жужжит.
Сейчас солнышко. Жужжит? Давай, идем. Жужжит? Кто послушал, садитесь. Послушала? Молодец, ну-ка поставляешь. Ну что, жужжит? Ух ты! Поставляй скорее ушко. Ну что, жужжит? Ух ты, жужжит! Ну как, жужжит? Ой, ну-ка поставляй ушко. Жужжит? Ой, и правда жужжит ушко, ушко. Жужжит? Ой, подставляй скорее ухо-то. Жужжит? Ой, как интересно. Ребята, а почему же она оттуда не вылетает? Вы не знаете? Наверное, там что-то такое-такое интересное. Ой, как жужжит. Ух ты. Как вы думаете, что там может у нее быть внутри ботиночка? Кто думает, что? Расскажите. Да. Да. Прямо в ботинке? Нет. Ничего не видно? Все такое маленькое. Что-что? Откликнись, эй! Что там? Что? Скажи, подружка! Любопытно, пожалей! Ну-ка! Здесь очень интересно! Здесь внутри как будто дом! Шкаф, диван, кровать и кресло! Телевизор, телефон! Так, вот что там! Ботиночки! И правда, целый дом! Но ничего не видно! Все такое маленькое! Как же посмотреть? А давайте мы снова профессора позовем. Он нам поможет. Профессор! Ой, помогите нам, пожалуйста! Опять наш важный профессор! Уважаемый профессор! Пожалуйста, увеличьте целый ботинок! Вместе с мухой, хотя бы ненадолго. Пожалуйста, увеличьте его. Я увеличу муху. Для Тинки, да? Хорошо. Пожалуйста. Спасибо, профессор. Ребята, попробуйте его. Вот это увеличило! Вот так ботинок! Муху сильную достанем и поближе поднесем. Увеличим и заглянем. Мы в ботинок, в мухин дом. Ну что, ребята, заглянем в ботиночек? Посмотрим. Ведь и мушка должна увеличиться. Вот это да! Какая наша муха, оказывается! Красивая! Надо же! А когда маленькая, ты не разглядишь? Здесь уютно, тихо, сухо. Не ботинок, а дворец. Вот сидит на стуле муха, ест конфетку леденец. Смотрит конь, в глазах не верит, громко сверху дышит нос. Там и окна, там и двери. Заглянул в ботинок пес. Ух ты, а внутри ботинка, и уют, и чистота. Заглянула сверху свинка. Крюк, какая красота! Нашу муху не обидим, пусть спокойно там живет. Мы теперь и сами видим, что ботинок для нее. Мы ботинок ей оставим, ведь за муху каждый рад. И к цветочку переставим, чтобы был цветущий сад. Для мухиной дом.
Притворяюсь милым ловко, на ветру дрожит листок. Но зовусь я мухоловка, хитрый, хищный, злой цветок. Так вот, что случилось. Наша лупа увеличила цветок мухоловку вместе с ботинком. И он превратился в настоящего хищника. А ведь мухоловки – это очень опасные цветки. Они ловят мух и съедают их. Но я эту мухоловку ни капли не боюсь. Я не боюсь. И я не боюсь. А вы, ребята, боитесь? Нет. Молодцы. А давайте-ка ее вот раз поиграем с ней. Во время музыки превращайтесь в муша. Жужжите и машите крылышками. Пусть она думает, что это мушки летят. А когда музыка стоп, вы все вкрачьте. Но мухоловка не росла. Подходите поближе. Отдай ему головку! Молодцы, пошли, не сильнее!
Мы к опасной мухоловке ни на шаг не подойдем. Так бывает? Кто же знает? Много разных есть вещей, но несчастья не бросают даже маленьких друзей. Разве муха виновата в том, что так мала она? Вот спасибо вам, ребята! Ваша помощь так важна! Наша муха стала снова маленькой. Но это не страшно, мы же не обижаем маленьких. Ведь маленький нисколько не хуже, чем большой. Смотрите, какой хороший. Оказывается, все маленькие, даже мушки, любят получать письма и посылочки. У кого есть письма для мушки? Уважаемый почтальон, соберите со всех постов письма для мушки. Ай, молодцы! Ох, ты сколько писем! Покажи! О, да! Вот это да! Отправим их всем мушкам мира! Согласны? Вот они удивятся! А к нашей маленькой мушке пришли в гости все ее друзья! Зверь и почтальон! И профессор! И стали с ней танцевать! Подходите поближе! Конечно! Подходите поближе! Потанцуем! Бывает, что в мире бывает, кто знает, кто знает.